Всем привет, я уже в Новосибирске и буду до конца мая. Поэтому принимаю заказы на ближайшие дни. Я могу выполнить заказы букетов, те, у которых срок годности дольше, это ореховые. Кстати, я еще одну идею буду воплощать скоро. Это букеты из денег. Для тех людей, у которых, ну, как бы сложно подарить, сейчас в наше время у всех все есть. Есть такой оригинальный подарок из денег. Можно из живых денег, как говорится, из настоящих сделать букет. Разные там форматы есть. Такие красивые. Я потом фотографии скину вам посмотреть, какие бывают работы из денег. И можно сделать из денег, которые не настоящие, но при этом с конвертиком подарить настоящие купюры. Это тоже очень прикольно. Это очень оригинально. Когда вы просто конвертик дарите, но при этом еще букет из денег, это просто вау-эффект вам обеспечен. А еще скоро близится пора выпускных. И если вы хотите, чтобы букет, который вы будете дарить воспитателям или учителям, произвел вау-эффект среди всех остальных, чтобы этот букет был вкусным, полезным и к тому же оригинальным, обращайтесь, создадим. Деньги, денежки, деньги, доллары, монеты. Ну, в общем, до 25 мая я принимаю у вас заказы. Возможно, летом у кого-то есть какие-то поздравления, и вы собираетесь подарить оригинальный букет, то обращайтесь. Все, чем смогу, помогу.